Спасибо большое. Половина сюжета всей игры. На высокой. Но смотри, если мне прям будет супер плохо, я буду цветовать и орать. И плакать. Субтитры-то включила жена? Извините, проебалась. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker. А тебе нужно с Калекс установить расширение для хрома, или не обязательно для хрома, для других браузеров Ash. Тоже есть. Better TV. Напиши BTTV. Are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Субтитры очень мелкие, жаловались. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. А, Севастополь, я не услышал. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know. While you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Ебать, ты зажравшийся, вертель. Ты посмотри на меня, блядь, посмотри на эту актрису. Ты называешь ее страшной, ты серьезно? Да, ножки видно. Подожди, физика ляшек? Реально они дрожат. А графика и так вроде на максимум выкручена.
Ну, типа, тут толком-то нет ничего. Зернистый, да ладно, вроде нормально. Я просто не вижу особо. Тетя. Какой смешной. Вотоньки, красотоньки. Говорили, что фанаты трилогии в восторге будут от того, как корабль воссоздали. Знать бы еще, какая у меня одежда. Если рядом враг, терминал вас предупредит. Это же терминал, да? О, анимация все это сохраняется. Да? Полочки. Где мои портки, блин? Это душ? Я в трусах моюсь. Зеленая. Интерактить. Верлен, тебе ведь нужен был штурман? У меня тут друг остался без корабля, и он ищет работу. Я могу с него поручиться, с бумагами у него порядок. Все как обычно, корпорации его выдавили, отобрали всех клиентов. Мелким компаниям все труднее разжиться контрактами. Я сам подумываю о том, чтобы выйти из бизнеса, пока еще есть что продавать. А у тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки, мне сказали, вы только отчалили. Станция Севастополь? Ну и дыра. Зато, говорят, Вейланд Ютани хорошо платят. Ну, удачи тебе, как говорится, раз бороться бесполезно. Поболтаем, когда вернешься, Блейн. Понял? Ютани? Ютани, я прослушала, простите. Так, мой шкафчик-то называется как? Вейланд Ютани. Рипли. А, да, вот он. Привет, Интелтач. Первый не досмотрела. Я на нем уснула. Где-то через силу, правда, смотрела. Там завязка была долго, но я как-нибудь исправлю. Я знаю, что культовое кино надо смотреть. Но мне надо. Не одевать, мне кажется, сюжет не продвинется. Ну, блин, если я правда буду мучиться из-за высокого, то пизда вам и мне. Можно снизить? Да. Ну ты нашел, как смайлики-то отправлять? Там у тебя на панельке после обновления страницы, на панели Твича с чате, должна появиться иконка со смайликами. Там все смайлики баттертивишные. И там можно в настройках всякие плюшечки добавить. Типа убрать, допустим, рекомендации, если они тебе не нужны и все такое. Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo? Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler.
Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Сейчас бы гляну. Жесть, ты еще чужого стилизовал. И письки нарисовал на скафандрах. Огромное спасибо. Спасибо. Блин, тут еще завывания такие. Ну, короче, посмотрим. Разрешение на смену сложности, в случае чего вы мне дали. Будем считать, да? Микроскопы. Кнопки. Кто? Я дала себе право такое. Дверь открывается, но сюжетная ли она? Бля, выпустить меня отсюда. Там женщина. Когда тебя видят и слышат. Понял. А мы тут были, все понятно. Тейлор, good morning. Ripley, it's certainly okay, not Mila. Good. And I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Ну, в покер играли. Looks like we're up. Окей, ты посмотри. Мостик у нас там, а тут, смотри, есть какие-то тоже зеленые штуковины. Здесь только текст отчета, да? Так, инцидент с Nostromo. Weyland-Yutani. Тейлор, я получил твой запрос. Чтобы раскопать нужные файлы, потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю. В 2122 году грузовое судно Nostromo, принадлежавшее корпорации Weyland-Yutani, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены. За исключением нового научного сотрудника, все члены команды уже давно работали вместе. Всего на борту их было семеро. Pitch up, pitch down. Слушай, что-то у меня просто пейдж-даун не работают. В общем, Даллас, Эш, Кейн, Рипли, Ламберт, Паркер, Брэд. Самый главный монстр в космосе — это я. Колесиком, но очень медленно. Weyland-Yutani потеряли на этом кучу денег. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой. Я так понял, они не любят вспоминать об этом случае. Короче, я постараюсь попозже раздобыть файлы, чтобы прояснить кое-какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с ними разобраться. Может, твоя везучесть и на меня перекинется. Я слышал, начальство хочет поручить тебе что-то крупное. Сол. Yutani. Я опять Yutani, что ли, прочла? Грозовой манифест Торренса. Задача — доставка поисковой группы корпорации Weyland-Yutani на станцию Севастополь обратно.
Поисковая группа состоит из 3 сотрудников. Сэмюэльс, Рипли, Тейлор. Пассажиры, бла-бла-бла. 2 палубы, 2 члена экипажа. Ютани. Так Ютани. Буксирный корабль, модифицированный для перевозки пассажиров и грузов. Оснащен космической коммуникационной антенной и анабиозной камерой. Имеется действующий буксировочный фал повышенной прочности. Керриган, привет. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Так, с брифинга говорили, не? Мы что, чужого, что ли, сюда запустили? Дураки. Смотри, прям космос. Так опять кто-то, блин, просыпал сахар на пол. DLC? А, нет. И зачем мне с DLC игру начинать? У меня их и нет, к тому же. А! Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying 3 passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Marshall, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. А Прометей, это ж как раз к чужим, да? Нет? Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Я просто спойлернула себе про андроидов. Там какая-то хуйня была. Бэт, по-моему, делал обзор. Я его смотрела. Depressurizer. Just shadow me, Taylor. Фак переводить как господи, забавно, четко. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving! Taylor Ripley, hold on! Блин, они очень много денег потратили на ее разработку, она же выходила давно, да? Taylor, respond, anybody!
Не, ну я про то, что она для того года выглядит не супер пиздато. Типа и в плане моделинга мордашек, и в плане заставочек, и вот это вот всего. О, она мою девушку. Палка-космодесантник. Нет, наоборот, супер здорово. Для того времени разве нет? Я думаю, что если тогда так и сделали, то, видимо, большой бюджет был. Ну, типа, это ж очень красиво. Не такая старая. 11-й, нет? 14-й? Я думаю, 11-й. 17-й. Давайте-ка я альтабность, чтобы убедиться. Я что, думала, 11-й, что ли, год? А, 14-й год. 6 октября 2014-го. Я не знала. Но все равно. Мы отсюда вошли. Найти помощь. Ну, шутки шутками, но 7 лет же прошло. 7 лет большой срок. Привет, залупки-то. Всегда будет темно и страшно, да? Ну, пока мне нечего бояться. Наверное. Останавливают, понял? Сейчас опять буду профессионально дожить скримеров. Привет, Чингвондель. Ну, это, кажется, намек на то, что мне сюда лезть не надо. А может, тут есть огнетушитель? Мы ж не будем на горящем корабле жить? Или будем? Блин, я опять залезла в свой компьютер. Игра про космического лазателя. Неожиданный приём. Да надо пропылесосить, да. А как я буду читать вслух записки, если тут урод ходит? Я сейчас не про себя. Привет, Биктурмур. Папка поврежден. Папка поврежден. Списание. Техслужбе, вывод эксплуатация. Ну, мальчики и девочки, наверняка до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить это официально. Станцию решено демонтировать. Спасибо большое. Мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь назначат. А пока что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управились с сокращенным составом, то есть сторонних подрядчиков будет всего ничего. Зато всем заплатят сверхурочное. Советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, вывод эксплуатации не означает «забирай, что хочешь». Все имущество компании строго подотчетно. Если я увижу, что кто-то решил прикарманить оборудование, я лично припровожу вора к начальнику службы безопасности Уэйтса. Утка. Слушай,
Слушай, я все это время на картах бегала? Ой, это что-то пиксельки. Это самое начало игры? Так что я пока ничего не делала. Я ничего не знаю. Блики подъехали. Опять какие-то больные ублюдки весь корабль списали. И тебя с праздником, Кирилл Шепард Морган Кек Даблю. Я не буду никуда смотреть. О! Спокойной ночи, фишечка. Испугалась, сосала говно. А, у меня героиня прыгать не умеет, да? Что, обратно, что ли? Так, а чужой прям не видит, вы говорили? Я ж правда вообще ничего не знаю. Привет, Зенитов. Это я так, на будущее готовлюсь. Слушай, я вот сюда зашла и обосралась. Зачем? У него нет глаз. Точно нет? Кто-то знает? О, снова. Вот. Незнакомцы будут? Не будут. Продолжай топать. О, Шилялова. У меня вялый фаер стал. Фух. Спасибо за писечку. Нет, поломано было до меня. Я надеюсь, у меня карманы вечные. Ну, в смысле, прям большие такие карманы. Hello? Anyone here? Не вечные. Блин, жаль. Забытое. Пошел нахуй. Карта. О, у нас есть карта. Так, ну это лестница, это какая-то хуйня. Это сохранение, это точка. Это у нас записки всякие. Это у нас... Обожаю вот искать трупы. Хотя от них... Завтра вместе, никакого будущего. This... This... Ли... Чего? Все в морге лежат, да? А кто тут все разрисовал-то? Лайф? Серьезно, лайф? Это я в такая? Life for rent? Понял. Мощь-мощь! Это не телефон. К
как-нибудь хорошо. Я правда ебалу какую-то подключила. Слушай, большой белый экран. Я видела, там еще у нас аппарат есть. Это маленький белый экран. Нет? А. Больше, чем я? Нет. Две мои головы. Но я не хочу смотреть. Я лучше не буду смотреть назад, если там что-то ко мне приближается. Люблю неожиданные приколы. Лэнгли, заначку нашу не ищи, я ее перепрятала. Ты ее оставила прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятала ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь. Код 0340. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей? Прямо во время с Ивану, наверное. Я не знаю. Это самое начало, поэтому я чувствую себя более чем расслабленно. Так, 3-0-3-4-0. Санюш, привет. Вывод станции Севастополя из эксплуатации. Вместе мы преодолели длинный путь, но, увы, он подошел к концу. Компания Сиксон благодарит всех, кто жил и работал на станции Севастополь. Надеемся, мы смогли сделать ваше пребывание здесь приятным и продуктивным. Мы много сил вложили в эту станцию и всегда верили в ее скрытый потенциал. Система Аполло... Аполлон. А система Apple же, да? И андроиды компании Sixon продолжит работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Желаю вам всего наилучшего. Севастополь — это не просто станция, это город. Это люди, извините. Аполло? Корпорация Sixon. Аполло. Извините. Аполло. Так, Инна. Грожу пальчик. Аполло. Вырубить электричество. Харрис. Тернер, это Уэйтс, возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Хочешь сказать, ко мне кто-то идет? А, блин, ты меня напугал. Сейчас включу. Как тебе? Сейчас, по очереди. В будущем при перелетах людям нужно хорошо питаться. Спасибо большое. Все, я деп-деп, поняла. Все. Детент Избек, привет. Насчет впечатления об игре, это прям самое начало. Я ж не 5 часов стримлю, я проходила Гострайнера буквально самое-самое начало. Но модно, стильно, молодежно. Но я вообще ничего про вселенную Чужого не знаю. Я откладывала, типа, на максимум прохождение, чтобы сначала посмотреть. Но в итоге ты у меня вчера просил Коттер и Vice City. Я подумала, что это намек, что ты хочешь немножечко внимания моего к тебе. И подумала, что если Коттер и Vice City не хочу, то надо и Isolation пройти. Я поняла про кнопку слушать. Все, тихо. Слушать. Слушать. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to... Нет, типа, Keyboard Cut, я буду сразу прям здесь все дела делать. А зачем? Вы чё? Вы хитрые. Он же это все озвучивает, и он придет сюда. А так я буду читать сама, и никто меня трогать не будет. Это не так работает? Ну да, но проблема-то в том, что я этого не смотрела. Так бы я, наверное, ссалась. Восстановить подачу энергии в зале отправления? В смысле, нет.
сосаться и сраться. Ну, блин, вот мы мне что-то наговорили, мне осталось утилита. На терминале? А как обращать внимание, что оно активно? То, что можно выбрать? Ну, кажется, людям помощь нужна. Утилита. Кто шевелит коробки? Понял. Коротнет, да не должно. Слушай, ну они-то бежали туда. Аптечка делается из какой-то хуйни и другой хуйни. К интерфейсу потом привыкать. Когда наступит время? Слушай, а может мне назад вернуться, посмотреть, что там да как? Ну, в том плане, что люди туда бежали. Привет, Данкер Вудс, да. Кипнул, я уже убежала. Ну тут столько дверей. Вот там, смотри, чемодан не лутанный. Кладовые замки здесь? Нет. А нас все запаяли и возвращаться некуда, да? Нет, вот я отсюда пришла. Или нет? Да. Севастополь? Так это ж... А, вы шутите? Я хочу открывать штуки кодовые. Тут слева дверь. Ну смотри, там вон типа нихуя не светит. Там говорят, иди нахуй. 0340. Сюда, да, поднималась. Я поняла, да не, мне просто основу понять, а потом уже это. Но здесь же вводить ничего нельзя. Вот код, да? Все, вижу. Ага, все, спасибо. Сказали, что здесь много всяких штук. Здесь клей, фаер. И... вещество. Вот и это вещество подъехало. Там у нас захую...
выдержана. Плеваться не должна. Ну, меня ну как заставили? Уговорили на высокий поставить, но если что, я на средний потом спущу. Насчет карт, типа, сохранять они... Ладно. А потом на казуальный. Так, утилиты нажимать, аудиозаписи нажимать, остальное читать. В чем отличие? Ну, вообще, вот я когда на высокой написано, типа, мы такую рекомендуем. Ну, кто знает, вдруг там садисты уёбки делали игру. Вдруг они рекомендуют мне треснутый анус. А лечение мне кто потом будет оплачивать? Вот, отличие в ёбке, наверное, реакция, да-да-да. Да рано еще экшен, я просто не спешу никуда. Потом как начнется вот это вот. Не знаю, почему Актулху показал, но... О, мы пришли в Чайнатаун. Мне нравятся звуки. Нет входа, тебе сказано. Но там зеленая кнопочка. Ионный резак. Ага, метроидвания, значит. На железях написано, но посмотри. И да, они доставляют. Я буду тут стоять АФК в начале игры, меня уже выебут в самом начале. Никак, ну, мне судьба видна. Чуваки, я не проебала скример. Ну, Дила, опять выходишь на связь? На связь. Ну все. Громкость? А, у меня убавлено. Я могу вообще на самом деле? Я просто на Якудзе убавляла сам микшер, типа, в бейсе. Но я все хуйнула суммарно. Вместе со звуками окружения и всего такого. Возможно, потом прибавится музыку. Ой, придется музыку убавлять. Так, во-первых, при резак мне, смотри, говорили. Тут нужно установить подачу энергии. Ой, это игрушки. Ой, крик. Ну... Вот тоже не просто так долго сделано, да? Это чтоб хуё у меня было, да? Чуваки, а вот и починка. Чё, кино не будет? Но я могу максимально растягивать игры. А нет, тут нихуя. Я хочу, чтобы меня один раз сожрали. И потом еще раз 12, чтобы мне было уже насрать.
На самом деле, я говорю неправду, я не хочу, чтобы меня никто жрал. А, Зоя, извини, но на следующей неделе ты у меня не работаешь больше. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами, и теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки, и от нее решили избавиться. Продадут на металлолом, наверное. Я разговаривал с одним инженером, он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Всем работникам космопорта. В целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появится новость о возобновлении полетов, мы сообщим. Распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Сиксон и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Вместе к светлому будущему. Сиксон. Зоя, извини, у меня самолет. Так, хорош тут пиликать. Где мои шприцы и кетчупы? Дна нет, а верх запаян. Аудио на стойке, да? Блять. Чел, доктор. А чё ж я не вижу-то? Белки, сигаретки. Мелки. Хлам. А, большой желтый контейнер. Руи Джонс, today's update. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Он мне не разрешит сейвиться, потому что меня должны выебать, да? Ну, в смысле, в ближайшее время. Ну, либо потом. Было бы смешно, я так голову высовываю из вентиляционной шахты, а мне так ам. This whole damn place is falling apart. Прыгать я не умею, я умею только карачиться, плакать. И жевать сопли. Надо это запомнить. А тут вообще никак, да? Может, там где-нибудь какой-нибудь подкоп был? Ну, в смысле, проход какой-нибудь коварный. Без трубу там, тыр-пыра. Шахта, хуяхта. Да вроде нет нихуя. Тут нет. Долго тупил. Но если прыгать, я не умею. Спокойной ночи, дай скруфоп. Шахта вентиляционная, я случайно ее на полу заметила. Я типа, если что-то нахожу, то это все случайно.
Не, это все, это бах, это не проходит. Слушай. Хватит дрочить мой корабль. Правда, не... Не мой. Я скример проебала. Блин, а где я кричала? Ба, о чем это страшно играли? Ужастик какой-то. Я не помню уже. Дота? Да нет. Недавно было. Ба. Слушай, мне кажется, я там какие-то комнатки пропустила. Наверное, у меня куча документов. Ну, я что-то кричала, ба! Ну, я кричу, ба, типа, когда мне самой немножечко страшно. Я, типа, префайером останавливаю пугачки, пугая, типа, делая вид, что мне не страшно. Ламон слам? Скам? А, мы же играли в какой-то хоррор там был, что-то, блядь, с какими-то штуками бегали. Витяжками. Я по трупам, что ли, хожу? Ой, прости. It's gotta be the exit up ahead. Венди Дресню, да. За Гивчину. О, смотри, там что-то желтенькое. И пуп. Инди-хоррор, да. Я, кстати, могла сегодня еще один запустить на 3 часа. Это... Свет. Какой еблан, придумал свет включать 3 раза, дергая рычаг. Сам чужой поди демонтировал это все. Так, я это самое. Сюда можно пойти, туда можно пойти, везде можно пойти. О-ля-ля. А вообще по сюжету Рипли, типа, она прям там где-то успела родить и выжить. Там звуки неприятные. Была уже дочь. А-а-а, понятно. Все, понял. О, ну давай, комментируй. Иван Нарезак. У нее уже была дочь. Вон она что, спасибо большое. Плазменный резак. Че, они двери разными резаками, что ли, открывают? Жесть. Ионный режет ионами. Плазменный режет плазмой. Дочь была? Спасибо большое. Блин, что-то, знаешь, захотелось посмотреть, но я полный метр сейчас хз. Была все-таки дочь, да? Беременная не была. Когда свет включился, дверь открылась. Да, но это ж друг боковой проход. А тут же можно еще наверх залезть. Если что, я еще туда вернусь.
шкафы хламом. Прятаться? Зачем? Понял. Хлам — это я теперь. А можно сохраниться так, что меня уже будут в очко драть? В смысле, после сейва сразу. Так сказать, во время процесса. Бигдох. Во время сейва будут. А, ну ладно тогда. Кто? О, нашла. Chris, it's Turner. Gotta deal with that wasted asshole again. This time he nearly wrecked the door with a maintenance jack. Guess he figures it's safe here. Wants to lock himself in. Screw him. We got too much to worry about without babysitting drunks. Anyway, I threw him in the evidence lockup. Let the son of a bitch sleep it off. Я помню половину, короче, где-то, или больше половины даже, я первый фильм посмотрела. Или это я про обзор Бэткомедиана напомню. Это что такое? Это инструмент. Там они мафию устроили. Тебя заразили? Нет, тебя заразили. Давай тебя примотаем к столу и запрем с другим, которого тоже, возможно, заразили. Вот. Но я не помню, где именно. Я могу путать, типа, обзор Бэда с полуторами. С, короче, с наполовину... На Прометея у него есть. Спокойной ночи, Скайлекс. Но я не помню, я это в Прометея было или, типа, в первой части. Прометея там вообще что-то, кажется, идиотия была максимальная. Невосход. Блин, я не знаю. Правда, не буду обманывать. А, на завет, извините. My complaint is this. Fucking marshals. They should be protecting us. It's their job. Something's on this station with us, and no one knows what it is. No one fucking knows. They put braces on the doors. Lockdown. You know, I have to keep something out. I'm fucking terrified. I think I know this more than you do. I'm fucking... Простите, я вам субтитры отключила, но надеюсь, вы успели прочитать. В общем, простите, да, я перепутала не про Прометея, видимо, с Заветом. Ну, правда, я вот прям вообще очень сильно не знакома с чужими. И вот никак я не могу восполнить. Сами понимаете, что, пропуск. Ну, может, смотивирует игра меня. Я так помню, Южный парк прошла игру и потом все сезоны посмотрела. Губная помада. Самонгаз. А ты не шутишь же? Ну, типа, они, может, действительно вдохновлялись, ну, идеей, по крайней мере, ну, типа, уёбок на корабле. Interview subject. Heist. Did I say that right? Heist? Look, if you can't even tell me your name, we're gonna be here a hell of a long time. I just wanna know about your boss. He's got you all into a lot of trouble.
someone's gonna be accountable. I'm gonna make damn sure someone's accountable. Я сюда зашла, что-то ничего не трогала. Well, tough guy, huh? Turner, turn off the tape. А тут шесть как будто нихуя и нет. Может, это комната для ебля? Еще какие у меня воспоминания с чужим есть? Я прям еще когда школьницей была, вот прям начальная школа или средняя. Мы с мамой что-то допоздна засиделись, и час ночи был. Теле включили, и там как раз момент был с лицехватом. Там какое-то интриганское, короче, говно было. Мне нужно научиться запоминать, как выглядят карточные терминалы. Вот. И тогда мне прям страшно было. Интриганское говно, не знаю, какая часть чужого была. Помню, что там был лицехват, который, возможно, из яйца вылуплялся. Может, это, кстати, в первой части была? Вот, это все, что я помню, связанное с чужим. Смотри, тут нас запаяли, и мне Дивдей сказал, что я там что-то проебала. Ну, где только не был, но это все, что я помню. Потом... Бля... Я запустил пиздец. А, не, нормально. Stay still. Okay. Okay. Now, turn around. Come on! I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley! Off station. A ship. There's no ships here! There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. But lady, that's the least of our problems. Yeah? Yeah. Something's on this station. Something you wouldn't believe. Like what? A killer. You get it? Okay. Murderer. Okay. What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, I mean, why? What's in it for me? A place on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. This is your lucky day. Let's go, sweetheart. Seeks and comms is in the Systex Spire. It's quite a distance, but we can get to a transit through the freight area. But watch yourself. We can get into all sorts of trouble there, okay? Блин, я сегодня прям максимально, наверное, себя буду унижать и все такое. Сейчас. Гигер, который швейцарский художник. А, он специально для чужого это все рисовал. Дизайн Некрономикона вроде пишет тоже его, нет? Нет, это Некроном, просто картина называется. Блин, круто. Он в 2014-м он инсталляцию какую-то делал. Нет, там на картине название «Экроном» было написано, и медленно глазами. Он такой что-то типа как дурачок. Спасибо большое. Слушай, а вот та дверь, которую я типа проебала, он мне позволит ходить тут и заниматься Сейчас приду. Надеюсь, его не сожрут, пока меня здесь не будет. Вот тут открылась дверь, и я тут типа что-то не потрогала. Мне показалось, что здесь просто выход дальше есть. И все. Смотри, багаж. Чемоданки с кодовыми замками. Это все в одно и то же локо вело вроде бы, нет?
А, ну вот я вот эту байду не отколупывала. Вещество Б, клей. Затвор на палаще, посмотрим. Вещество Б. Бабы. Нет, не знаю. Так, слава Украине, как говорится. Валяется, да. Нихуя себе. Тут запаяно. У нас мы электричество включали, и может сваливать отсюда к нашему лысому. Сделать аптечку. Кюшечка. А чё это? А как понять? Вещество Б, клей. Вещество Б, шприц. А я думала, шприцами хилиться. Ну, именами тоже можно хилиться, но разочек, да? А? Так. Ага. Взрыватель, акума, этанол, сенсор, шприцы. Так, запомним. Ну вот, это лимит инвентаря, как я понимаю, да? Нет? Ясно. Да тут много шмоток всяких лежит. И крафт вроде элементарный. Мне... Можно впихнуть... А, все, понял. О, Тора. Кстати, да, нахуй я выбрала себе... Высокий режим сложности. Окей. Может, ачивку хоть дадут за высокий уровень сложности? Если я пройду, конечно, силю. We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Jana, let's go, okay? I'm sorry. Good luck. Да, они все помрут стопудово. Это же начало самое. Вот мы к ним привыкнем, и все, до побачення. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared, keeping to their own. Safer that way. I hope this ship of yours is the real McCoy. Я удивлена, что здесь геймплей, блядь, на 28 часов. 26, 21, короче, 20 плюс. Я что-то экранов не видела. Чтоб карту обновлять. Она же не обновлена. Сейчас. Allow me. Place is old. Needs a special touch. Парнук смотрел. Well, what are you waiting for? Hit the button. Насколько хорошо вы знаете своего сексуального партнера, Long Hall? All. Keep the noise down here. There might be people around. I'd appreciate it if you told me what the hell was going on. Right now. Listen, darling. When we get to the ship, I'm not leaving. Braid each other's hair and chant. Так игра коротка. Сейчас сядем на корабль, выпьем, и все будет хорошо. I need to know what's going on. Right fucking now. Fine. Like I said,
there's a killer. A killer? What does that even mean? I ain't seen it, but it's here. Picking us off one by one. What are you saying? A psycho? A person? No, something else. A monster. Бакемона. Прям все говорят, что страшно. Мне кажется, я с нее сгорю, потому что меня ебать тут будет нещадно. Shit. We need to move. This way. Get down. This is bullshit, man. We should be looking for a way off. Are you crazy? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? На контрол выглянуть. What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. Что, лезем в дыру? Trouble. We'll have to go random. Follow me. Не, просто не люблю гореть, когда у меня что-то не получается. Friends of yours? I've had run-ins with those guys before. They don't like strangers, even nice guys like me. Nice. I'm shocked. I pulled your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Everyone's turning on each other. The fear, it makes people crazy. I've noticed. Ну, вот сейчас мне нравится, меня никто не обижает. Люблю, когда меня никто не обижает. Living here? What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need. You don't know when you'll get another chance. Escape from Butcher's Bay — это фильм? Been hunkered down here for a week now, waiting for a ship. Waiting for you, I guess. It can get pretty dark around here. You should take that flashlight over there. Make sure you're stocked up on batteries. Жадный фонарь взят. Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Подожди, у тебя тут наверняка есть сейф. Мужик, я не могу в жопу-то смотреть себе. Пиздец, у главной героини голова на 180 не поворачивается. Что за недоработки? This way. Может, это ты довольно приколдежный? What now? I'll watch the vent. There's another vent right here somewhere. I marked it so I wouldn't forget it. Вообще не замечаю, нет. How about you look around? We're not going anywhere until you find that vent. Так я типа мотаю. Оно же, блин, даже светится, я его не вижу. Да ну и хуй бы с ним. У него гитара есть. Лицехват. У нас есть женщина в чате? Как выходит? Ну, блин, возможно, на чат отвлекаюсь. О, на чат отвлекаюсь. Но со стороны всегда виднее. Наверняка тоже много за свою жизнь проебывала предметов из-за невнимательности. Ой, я ебанат, извините. Вот пусть она тут и лежит. А... Я фонарь нажимать? Я просто хочу вообще ничего в руках не держать. Или я всегда буду с палкой в руке бегать? This place.
Обречена, ну серьезно, ну не хочу. Блин, родилась женщина, обречена на палку в руке. Ладно, простите. Да реально палку что ли нельзя вынуть? I knew it was here somewhere. See, got it covered. Не, мне иногда снились люди из чата. Естественно, я не знаю, как многие выглядят люди. Иногда бывает, типа, проскальзывает. С кем-то я там чай пила, с кем-то мы были на фудкорте. Насчет стриминга последняя часть снилась, это то, что я запускаю OBS, и у меня что-то, блин, какие-то рекламные, короче, короче, какой-то вирусняк в браузере, какая-то жопа была, но это дурной сон. Ты снился? Ой, Марк, не помню. Smart to stay here too long. Стоп, а ты нажал на фонарь и все, блядь? А, я думал, можно выключить. Можно. Тупица, блядь, болтала, извините. Just those that want to stay alive, sweetheart. Torrance, so that's your ship, huh? Quiet. I hear something. Yeah, I hear you. Will do. Gotta go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. This is some bullshit. Follow me. Ну жесть, конечно, стелсер, братан. Они сказали Ctrl и стрелочку, да? Я никого не вижу. Ненавижу кьешиться, короче, это пиздец. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone, stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. А можно сразу бандитов словить в виде пули в жбан? Too many of them to take on. Take on. We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. You're smaller than me. You'll make less noise. Great. Which one of you checked our supplies last? I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Damn it. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there, sealed tight. Eyes open. Keep your guns ready. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you think you could do better. He's not saying that. Just saying. Ну как я их отвлекать должна? And help me check the rest of this stuff. That is, if you can keep your trap from running for 5 seconds. I still think we need more supplies. Guns, food, wherever we can find it. Они все спиной вроде стоят, сейчас мне жопу оттарабанят. Вроде сюда надо бы найти. Только я их нихера не отвлеклась.
Может, я сейчас куда-нибудь нажму? И нам поможет наш друг. Бля. It just turned itself off? No, somebody's here. Check it out. Everyone with me. Блять. А куда мне лезть-то? Do you think we should check that out? Опаздываю. Get out of here. Блять, застрял. Вентиляция была все это время. А всегда там была? Inside. We know you're... Doesn't seem to be broken. How would you know, Einstein? If the generator had blown, there'd be smoke. Well, it's not working now. Maybe the safety got tripped. Could have been a rodent. Got stuck in it, set off the safety. A rat. Big fucking rat to do that. Well, I don't know. Someone's nice work, fucking... Ripley. This way. Let's keep it down. They're still close by. Follow me. Мне только на один клей везет. Как много сыву. Ну, блин, они еще на потолке бы, блин, стоп, подожди, а так тут же, по-моему, будет вентиляция на потолке, да? Я просто наверх не смотрю никогда. У вас тут клея больше нет? How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Let's just hope your ship's still there. Sevastopol not quite what you're expecting, eh? I'm not even supposed to be here. My shipping out papers were for a week ago. А теперь у меня не палка в руках, а банка. Или это шприц? А ты не любишь, когда палка торчит? А, я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметит пропажи, станцию закрывает. Мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер велел своим не докапываться. Да, им вообще сейчас не до нас. Они там только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, за что заплатил. Бейли. Ой. А, Нерсон, Леонард, вы двое несете первую вахту у двери, так что читайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто, и будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый замок на двух человек, то есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы, так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает тебя все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить кого-то из нас. И я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет вас умолять и какие слезные байки они будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину, и теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому. Инвентарь. Ничего не брать и не вычеркивать из списка без моего разрешения. Аспирин, консерва, крупа, вода, зубная паста, сигареты, туалетная бумага, изолента, аптечки, сухое молоко. 52 штуки. Боеприпасы на исходе. Зое удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на одно имя. Видимо, этому человеку они больше ни к чему. Спасибо, что подождал, братан. Не, с палкой я как-то посолиднее смотрелась, слышишь? Я к ней уже привыкла. Палка, моя палка. Я все время чувствую себя, не знаю, более могущественной, чем есть на самом деле. Хочется его тюкнуть. Okay. А второй пульт у нас... Белая точка — это я или это цель? Синяя точка — это что? Легенде нужно привыкнуть. Это ж не оно. Типа это... Кнопки. А, ага. Ready. On three. One,
two, three. Я точно вот так... Слушай, он дверь открыл передо мной или нет? Я тупица? Надин там? You're fucking dead. You hear me? Бешак. Let's go. The others are on their way. We need to go now. Hey, you bastard! Move it. Shoot him. Shit. Не надо. They killed him. Come on. Бежал от катсцены. You killed that guy! Because he was going to kill me, you saved my life. This is about survival. Do you understand? Блин, а тут будет повторение той сцены, когда мне будут дышать на лицо и пускать на меня слюни? Axel? What have I got on me? Ну, на этом, наверное, может сегодняшний стрим заканчивать. Больше я стримить никогда не буду. А прибежали-то мы откуда? Вон оттуда? На корточках тише, чем ростом. Только тут, да. Мощь-мощь. Не надо сзади, Санюш. Я не люблю сзади. Он там брызнул. Вас приветствует Севастополь. Я не знаю, что такое девятки, но это, наверное, какой-то гоп-район опасный. Ну, ой, блин. Ну все, мы уехали, он остался там. Он приехал на крыше. О, мини-игры, да? Пока тебя сзади тарабанят. Чтобы отключать системы, они подпитываются от источника энергии. Отключив одни, можно включить другие. Чтобы знать, где находится локальная система, крути. Получайте доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага. Это думать надо. И экспериментируйте с системой. Все это поможет достичь цели. А цель какая? Сдохнуть попозже?
ничего пока не понимаю. Выбрать комнату. Ладно, потом разберусь с этим всем, да? Я ж пока ничего не исследовала. Так, тут работная хуйня. Тут прятаться. Тут уезжать. Поехали обратно. Так. Ломбия. Хуёвые звуки. Остерегайтесь воров сумочных. Пип? А где Пип? Карта. Пип. Пип. Не тут Пип. Я, если что, у меня проблем со слухом. Блять, оно ниже где-то. Он тут, что ли, стоит? Бля, так и знал. А, это еще и в разные стороны все едет. Это я. Слушай, а там не отрывалка случайно? Плазменный резак. Здесь кодовый замок. Тут дверь. Тут запаяно. Тут дырка. В дырку я всегда залезть успею. Слушай, а может тут прятаться можно? Это же по сути та дырка, которая из той выходит. Можно встать с колен? Guys, over here. Someone's here. Никого здесь нет. Должно быть, показалось. Я бы на их месте пошла за мной. Они вроде этого не хотят. Может, их там уже убило? Туда я еще вернусь. Наш здесь с другой стороны еще был проход. Хотя у меня квест обновился, когда я в ту комнату зашла. Это тот самый щит или они с двух сторон? А, nevermind. Тоже кон у РД? Какую-то хуйню придумали. А кто такой Аксель? Наш мальчик? Лысый? Так его звали? Его прокололи длинным ногтем. Не знаю, правда, чей это был ноготь. Черный когтистый ноготь. Когтистый ноготь, именно так, да. Вот. Вот бы Ирл так же легко было запоры убирать.
Зажал две кнопки, крутанул, и все вывалилось. Звучит хуёвее, чем я думала. Но он с собой и забрал... А, смотри, может, пришло время для щитка? Система динамиков. Так. Работает? Да. Слушай, я ж кретин. Топографический, технический, да и просто по жизни. У них же вроде так здесь все работало, нет? Или вот эту дверь я открыла? Да? Меня здесь не было? Нет, была, вот тут вот люди сидели. Че, они отсюда ушли? О, там что зеленое. Мне даже насрать, есть тут кто или нет. Мне нужно нажать на кнопку. Хлам мне впыхуется. Там запаяно все. Ри, listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find some place safe till Seegson sends a ship. I saw the guy from down the hall. I can't remember his name. У них даже котики на корабле есть. Baseball cap, weird smell. He had something in his coat. I think it was a gun. An access to. He just looked right through me. She was trying to hack the elevators. Простите, я опять влюбилась. Circuits are free. Just need to find a new data. В первом чужом был котик, его, наверное, убили, да? Наверное, он был первым, кого живым нашли, да? А вот посмотрю ли... Переживай, Надера Понпон, специально для тебя скоро подрублю продолжение. Третий соус. А зачем мне его второй раз проходить? Должно быть ветер. Ну не знаю. У меня весь стелс постоянно через жопу. Мне сейчас нужно починить взломанную штуку, да? Попижу, разберусь. Мне не дают забрать сэн. Пиздец. Сглазил. Бабы за стойкой. Ну, бармен, наверное. А, в смысле. Игра... Они очень большую работу провели.
хорошо вы создали корабль, но ты здесь за дочь, короче, играешь. Так, ладно, давай по порядку тогда, можем повторить. Ну, большой... Ну, просто все, что в космосе, для меня корабль. Большая штука, которая висит в космосе, да? Нет? Вы-то просто умная, я-то нет. Я ничего не брала. Солнце. Большая штука, которая висит в космосе. Вот диалог дослушаю. Поросенок Бэй Пой, я его, кстати, до конца не досматривала, по-моему. Я в тот раз спряталась за диваном, она меня заметила. И сейчас произошло все в точности. То же самое. Вот это да. Че, можешь ширнуться тогда? По скрипту должна... Да? Ого. Умираешь, резаешься, бежишь к ней. Там что, катсцена, что ли, будет? А, патроны для револьвера, а револьвер где? Надо радио включить. Так, это лифт. Тоже что-то было? I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find someplace safe till Seekson sends a ship. I saw the guy from down the hall. Yeah, I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap, weird smell. He had something in his coat. У меня здесь не было. He just looked right through me. Don't talk to anyone. Don't tell them where you're going. I'll meet you as soon as I can. А в прошлый раз она просто взяла, поднялась меня искать и нашла, да? Бля, молодец. Бля, она видит. Аж не будет сейчас сидеть и в щель смотреть? Или будет? Будет. Хватит на меня. Ну все, поиграно, блин. Что, может, мне в нее фаер, блин, швырнуть, чтобы она охуела? Музыка-то не закончена, она все еще смотрит, наверное. Туда я больше не полезу.
Плохая дыра. Так, щит. Лезу в дыру. Вылезай из дыры. Не знаю. А она куда-то убегает потом? Безоружно. Она шмальнула по мне. А кто по мне шмалял тогда в тот раз? Не обманываешь? Нет, она сразу по мне шмальнула, я помню. Ри, listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat. Берем хуйню. An access to... We need to find someplace safe till Seekson sends you. She's trying to hack the elevators. I saw the guy from down the hall. Circuits I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap and weird smell. Скажем, да? И на колени. Не попадет? Не, я прям видел, что вроде мимо меня как... Там мы видели хлопца. О, вон что. Так. Это смотри. Ну я сделала ебальню ушей. Воздух зафаршмачен. И тут женщина есть. Слушай, а детали, может, у них в хате? Да, с хуяли им там быть? Знаю, нет. Может, у двери, с которой они вылезали? Вон, женщину вижу, а она меня. А я здесь не пройду. А это не женщина. Он, кажется, что-то знает. Да, блин, быстрая. За 6 часов должно было пройтись, правда, мне сейчас выебут. Привет, кошкой. Он идет сюда? Ну, там была большая стрелочка, но я помню, что... Здесь сидел мистер мужик, его здесь нет, и я пойду сюда. Чипсы. Пепельница, фишки, сумка. Ну, я вижу здоровенную стрелку. Типа вот сюда. Ну, это я видела в тот раз, но... Мне ж нужно как-то... Можно со спины пиздануть? Так, а он что, крикнет, что ли, если я ему чётенько в жбан, блядь? Женщина, не надо. Вот вам. Ну, знаешь, у меня большие проблемы. Убей меня нахуй. А, сразу запомнить метку и туда, что ли, топать? А.
у нас, по-моему, нихуя нет. Сейчас проверим заодно, стреляет она по мне или нет. Два патрона не. Guys, over here. Someone's here. А вот вас ненавижу, блядь, всей душой. Я эти генераторы ебучие тоже ненавижу. Не собираюсь эту хуйню проходить. Ри, listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat, and head home. Дальше лучше. Ну, я не знаю, они правда мне не проходятся. She was trying to hack the guy from down security. Yeah, I can't remember his name. Circuits are frozen. The one with the dirty baseball cap and weird smell. Just need to find him. He had something in his coat. I think it was John. He just looked right through. What? Я не могу понять. Поверх, что ли, туда, что ли, надо идти? Всё. This way. She was downstairs. See anything yet? I can't believe they just killed him. This place went to hell so quick. Ну, можно, наверное, их замылить нахуй. Хотя я сейчас стою, они, наверное, меня услышат. Увидят, точнее. Да я, может, просто пройду, а? Вот сюда. Или здесь закрыто. Это как называется? Это мы где сейчас находимся? Пиздец. Не знаю, серьезно про Outlast говорить. Может, он и хороший, но... Меня бесит этими ебучими генераторами. Вот начинается стелс, и меня прям трясет от злости. Ну, типа, блядь, Outlast мусолили, кто только не мусолил. Миллион женщин, типа, стримили этот Outlast, там, типа, миллион мужчин стримил Outlast, чтобы сидеть с каменным лицом, мол, мне не страшно. Да блин, даже мы пьяные подрубали со света, все равно даже я не смогла эти генераторы пройти. Ну вот иди на меня, стреляй, давай. Даже я пьяная не смогла пройти. Ой, ебучи. Генераторы в Outlast'е. Включи два генератора. Это самое начало игры, после всех скримеров. Бегаешь от этого уебана и все. Как я потом с чужим буду справляться? Так не включается. Один могу, второй нет. Он идет тебя за ногу, с кровати тащит. Guys, over here. Someone's here. Так, хлам, блядь. Хуйня. Listen to me very carefully. Добрать, подняться наверх. Центральное узкое место щитком отрывается, или щиток нужен только для того, чтобы чисто дрочить в меню? Как слон бегала, ну, блядь. Не, я типа одна пробовала, даже
Don't talk to anyone. Don't tell them where you're going. А, про вот ласку сейчас говоришь. А не, он там не один, что ли? Бля. А, так мне вон в ту дверь надо, блядь, а не в эту, ебать. See anything yet? Меня же учили квешиться, не получается нихуя. Хули ты там стоишь, блядь? Он развернулся, идет сюда, да? Вы, блядь, да по мне просто шмаляют люди. Так, может мне им это, воздух поебать, чтобы темно было? Опять? Тогда я пойду вправо, вверх. Там же можно так сделать, наверное, да. Сука, самое начало, блядь, вторая глава. Игры для гениев. Дальше будет. А, тут бейдж был. Ну, не зря. По верхушке вон куда-то туда. Ну, просто наверняка нужно успеть и что-то вырубить. Задымить тут, наверное, все к хуям. Отвлечь их звуком хотя бы каким-нибудь. Ну без этого, ну нет, это же сделано для отвлечения, но я не умею в отвлечение. Так, их трое, они идут вниз. А сейчас меня увидят, наверное, здесь. Давай ножками пошаркаем. You feel safe? I sure as hell don't. Мне кажется, он знает все. Нестабильность. Блин. Цепись от хуйни, пожалуйста. Короче, сейчас я рашу. Я не придумываю хуйню. Мне хотелось и отступление припродумать, замусорить воздух. Не пойду. Я бы на их месте пошла. Ебать меня до конца. Человека. А вы же сказали, что нельзя убивать людей. Ну, в смысле, тихо. А, пробежать до двери, чтобы он крикнул. Да может он там это, не знаю, заусенцы откусил. Я всегда кричу, когда грызу заусенцы.
See anything yet? Там просто неожиданно мужик вышел на балкон. Я подумала, что раз он вышел, то он меня увидит. И это хуёво. Дверь слева. Вдруг она была бы закрыта. Вдруг нужно было бы что-нибудь колупать. А я не... Я «Чёрного лебедя» давным-давно смотрела. Там руки в мясо были? Только не в очко стреляй, ладно? А может, он сейчас здесь и не выйдет? А, да, там это было? Это оттуда, что ли, мем? Как я это упустила? Ой, смотри, как красиво. Спасибо. I think she went downstairs. Come on. I'm not going down there. No way. She's got your hack tool. It didn't work. We'll find another way up. We've been here too long already. Они сюда не пойдут, потому что здесь уже занято. Жизнь она здоровая. Там были белые панели, которые я не заметила. Как? Ну оно белое и мелкое. А тут сейвов-то нет, да, вблизи? Но он сначала с ними разберется, их там больше, чем... Угу. Ох, крендель. Eat shit and die. Так, все. Нельзя, говорит, да? А можно глянуть. Я боюсь с колен вставать. А в шкафу он же не будет прятаться, как еблан. Там еще вниз можно спуститься. А, ну здесь все запаяно. Надеюсь, меня по дороге домой искушают. Очко сотру. Так, мы получили пропуск, наверное, к той двери, которая там рядом была, да? Вот я как обоссанец тут ползаю на коленках. А меня там триггеры для моих ушек устраивают. Где-то везде. Меня с ним, наверное, сначала по скрипту познакомят нормально, без изнасилования.
надеюсь. Ну, типа, игрока ж нужно обучать, наверное. Все будет хорошо. Жетоны я вот собираю, про них можно будет почитать, наверное, потом, да? Когда-нибудь? Никогда. Там умер кто-то, его пропенетрировали. Трижды. Четырежды. Вообще, я про... А, нет, тут нихуя нет, смотри, вот. Только лица. Женщин, мужчин. Чужого сосу, конечно, да, ты просто его грохнешь, и потом будешь по кораблю бегать. Так, ну мне кажется, нужно идти к мужику. Триггерить скрипт изнасилования. ШГ чертеж. ШГ это что-то важное. СШГВН. Он же не будет ходить как еблан тут, наверное, да? Я это программист, бля. Опять искать мать в космосе. Тебе с левой, тебе с правой, тебе с потолка, тебе с пола или, может быть, свастикой. Наверное, должна быть на очке. Что у вас за серверная такая ебаная? А ты очко видел? Я не видел очко. Он светится, да, но он вроде не триггерился, когда я к нему подходил. А. А, ну. А. Этот, блин. Перемещение Е. Подключитесь.
А, крутить по кругу? О! Я должна собирать хуйню, что ли, из пазлов? Сейчас меня хуйнет. Ну вот это я вижу. А больше я не вижу ничего. Ладно. Какая-то ебанистика. Потом... Вот это еба... Да сука, нет? Лево-направо. А чё, можно так? Нет, надо ж по-нормальному. В смысле? Сейчас, минус жопа. Сейчас. Спасибо большое. Лево-направо ж не работает. А, убралось. А до этого не убиралось. Всё. Ой, бля. Это опять шахматный бокс начался. У меня уже не впыхуется. Так, там у нас двери... Дверь была. Была. Там кто-то сопит. Очень злобно. Я к пиплке пришла. Ёж. Отключить аварийную блокировку. Можно творить хуйню, ага, блин. Сейчас со мной такую хуйню растворят, что я потом ходить не смогу. Почитать время пришло, да? А, шеф, есть новости хорошие и плохие. Хорошая новость, я заархивировал почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Аполло, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал... сэкономил на аппаратуре, и у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаки. Он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде малый толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Ну, чё сказать? Да блин, она просто нормально работала. А, разорение уединения. Космическая станция, которая никому не была нужна, построенная компания, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует, местные магазины закрылись. Спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет. А устаревший суперкомпьютер Аполло подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Colonial Times и попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. А тут нихуя нет. Надеюсь, мой чужой будет вежливым. Будет ждать, пока я все дочитаю. А потом, знаешь, так по спинке, по плечику. Хорош, бля. Давай, завязывай.
Свой среди чужих. Если мы чужие, а они свои, а? Так, ну вроде тут больше ничего лутабельного я не вижу. Можно и сюжетную блокировку отрубать. Сань, ты же целиком прошел? На каком? А дефолтный какой? Они просто рекомендуют высокий. Чуваки, бесплатный осьминог. Он заигрывает. А что если ему в ванну шмальнуть? Привет, Науса. Недалеко же сейф. Я бесшумный мститель. Ну и можно анимацию смерти сменить. Я же еще максимально внимательна, я его наверняка замечать-то не буду. В смысле, потолки, полы. Да даже если он будет вот тут стоять, я тоже такая, типа, где, кто? Иди нахуй. Проклятая дырка. Я забыла, где сейф. В углу? Серьезно? Да нету. Отстань. А вдруг он у сейва стоит и меня уже по плечику хочет похлопывать? Не, ну квартиру ты меня не напугаешь. Так, а теперь, сестра, пришло время встать в нужную позу. На колени. Я забыла, где все двери были нужные мне. А мне точно до лута сейчас? Мне вот интересно бежать. Я обычно, блядь, громко делаю. Но сейчас у меня типа мама выходная, поэтому я стараюсь особо не бежать. Сейчас пойдет струей коричневой на мои портки. Я не разочаровываюсь, я знаю, что меня будут ебать еще раз. Вот этот взлом — это серьезное издевательство, типа, за тобой охотятся, а ты тут дрочишь, блядь, телевизор какой-то обоссанный. Вообще пищит, как мразь. А у меня последнее время на почту приходит спам смешной. Нет, револьвер не поможет. Нет, про то, что... Типа, я на самом деле, оказывается, очень сильно люблю фильмы для взрослых. И что у них есть доступ к моей вебке и ко всему, что я делаю. Вот. И чтобы я перевела в биткоинах. Там, кстати, большая сумма очень. В биткоинах сколько-то там долларов. Чтобы достоянием общественности не стало, как я бурно, ну там примерно так и написано, делаю свои важные дела за столом. Вот.
Два раза уже прислали. Меня не наебешь. Три месяца присылаю. А, кстати, я заходила на сайт Rule34, и там продают какие-то брендированные наклейки на вебку. Я не знала, что такое есть. Я думала, те, у которых паранойя, они просто, ну, чем-то прикрывают. А представь, есть забрендированная такая хуйня. Я даже не знаю, как выглядят эти наклейки. Ну, с какой-то, ну, символикой рекламы. Я правда не знаю. А, тут резак, блин. Чехлы и закрывашки, вот что-то такое. Главы ФБР и вот. Так, серьезно? Да ладно, кому интересно, что я тут делаю? Он на лабутенах там, что ли, ходит? А я пока смотрю, с чем я имею дело. А, мне на лифт нужно ехать. Ебать, какая у него срака, слушай. А лифта взламывать тоже пазлами ебучими? И он ехать будет вечность стопудово, да? Или нет? Или он же здесь? Так, ну с богом пуля мне по хуям. Ну и просто я тут видела много дверей, которые можно взломать. Но ты мне сказал, куда ты идешь. И я подумала, действительно, нахуя мне что-то искать? Если можно съебаться нахуй, да? Хлопцы, а что, давайте я на этом пока закончу. Завтра меня ждет веселье. Вот, гостранер пройден. Начала новая. Датапад. Датапад — это когда утечка данных. Веселье, но в смысле, сейчас же пока только начало игры было. Там, по сути, никаких моментов, кроме 25 раз проебанного стелса против людей. Вот. А тут уже будут, наверное, уроды за мной бегать всякие. И сложно будет. Вот. Я бы на очке. Завтра за... А, нет, нет, я про игру. Нет. Вам огромное спасибо за внимание. Щеки не дуйте, не будьте как я, все обязательно приложится. Давайте, до свидос, до скорых встреч. В 9 по Москве. Давайте.